Украинец нашел случайно старую монету номиналом в 1 копейку и продал ее за 250 тысяч гривен на аукционе. Украинец перебирал монеты дома и обнаружил много старых. Он продал большинство из них на аукционе по небольшим ценам, а остальные оставил себе. Одна из монет оказалась из списка самых ценных и дорогих. Это монета номиналом в 1 копейку 1949 года выпуска. Он выставил соответствующий лот на популярном аукционе и очень быстро для нее нашелся покупатель. Монету оценили в 250 тысяч гривен. Оказывается, ценность этой монеты в том, что их выпускали в 1949 году, но аверс изготовили со штемпелем монеты для 1950 года. Как отмечают коллекционеры на форумы, таких монет в Украине было всего две. Первую продали на аукционе в 2018 году за 18 тысяч долларов.